телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской предупреждает, что в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде стали поступать сообщения о звонках якобы от специалистов центра. Мошенники звонят через мессенджеры, телеграм и ватсап. Будьте внимательны, сотрудники центра никогда не звонят через мессенджеры. Все услуги центра бесплатны. Не совершайте никаких операций по счету, рекомендованных неизвестными. Не переходите по ссылкам, полученным в сообщении. Не сообщайте паспортные данные и финансовые сведения. С 1 сентября жители Самары и Самарской области могут получать кэшбэк 20% при пополнении транспортного приложения карты жителей и других транспортных карт через систему быстрых платежей СБП онлайн. Часть от потраченных денег в течение минуты вернется на банковский счет. Акция будет действовать 4 месяца до конца 2024 года. Пополнить транспортное приложение карты жителей Самарской области и другие транспортные карты можно в мобильном приложении ОТК для Android-смартфонов. Главное условие при увеличении баланса проездного выбрать способ оплаты через систему быстрых платежей. В этом случае обратно на счет вернется 20% от платежа. Сумма кэшбэка на одного пользователя до 1000 рублей в месяц. Предварительно необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в мобильном приложении «Привет». Администрация железнодорожного района в телеграм-канале сообщает, что в связи с проведением монтажных работ 3 сентября будет прекращена подача электроэнергии с 9 утра до 3 часов дня по следующим адресам: улица Промышленности 11 и 13, улица Уфимская 2, 2А, 4, 6, улица Семафорная 2 и 4, переулок Магнитный 4, 6, 8, 10, Южный проезд, дома 57, 59, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 68 и 69А.